Покажу вам пару самых эффективных приемов, которые качают руки, нижнюю часть руки и самую нижнюю часть руки. Фаланги, все качает. Как накачать ноги, нижние ноги, верхние ноги. Все. Вверх. Это развивающее упражнение для тела. Сначала надо делать так. Дальше эти концентрируемся. Дальше делаем вот так. Далее я покажу пару упражнений плечом, как покачал. Сегодня хватит, пока упражнений. Еще я покажу, как все мышцы начали обтачивать. Далее слайдим вот таким образом, методом. Сидим в кулью. Далее палатку. Сейчас я покажу, как раньше бегать. Ну, скажите, что вы накачали за свои годы жизни? Смотрите джендер, запоминайте. Na na na.